Спонсор програми – компанія «Лібралайн». Завжди онлайн. Привіт всім, хто стежить за новинами технологій. Неодноразово в нашій програмі ми розповідали про ноутбуки, монітори і планшети німецької компанії Wortmann AG. Тому, коли до Запоріжжя завітав Фред Адель, старший менеджер компанії Wortmann AG з роботи в країнах Східної Європи, Середнього Сходу та Африки, ми поспішили скористатися цією нагодою і запросити його до студії на розмову, яка вийшла цікавою та змістовною. Здравствуйте, Фред. Рада видеть вас в нашей студии. Ну и первый вопрос, на ответ на который хотелось бы услышать, это история создания компании Wortmann AG. Когда она была создана и какие основные направления деятельности у нее? Компания Wortmann AG была основана в 1986 году господином Wortmann, нынешним хозяином этой компании, его одним напарником, его супругой. Из одного маленького семейного предприятия стала сейчас одна из крупнейших компаний IT-индустрии в Германии и на Западе. Вы говорите, что это крупная компания. Что такое Wortmann AG в цифрах? То есть нам интересны объемы производства и какие-то финансовые показатели. Если учитывать, что сейчас последние 25 лет такой фирмы, такого масштаба, 400 человек и чисто европейского происхождения, они практически на рынке не существуют. Поэтому мы считаемся фирмой большого масштаба, крупного масштаба. Сборка компьютеров, ноутбуков, серверов и тонких клиентов происходит на территории Германии. Оборот, годовой суммарный оборот в этом году, надеемся, и руководство Wortmann AG, что мы полмиллиарда в евро добьемся. Вообще группа Wortmann имеется еще 21 дочерних фирм. А мы сейчас говорим о Wortmann AG, где в основном полмиллиарда делает Wortmann AG, а группа Wortmann вообще делает 800 миллионов евро. Это более, если в долларах взять, более миллиарда. Но мы сегодня будем только о Wortmann AG говорить. Работаем 400 человек, то, что я сказал. Площадь 25 тысяч квадратных метров, около 7 тысяч профессиональных дилеров. Но в этих цифрах вот, можно масштаб нашей компании знать. Ну, мы можем говорить о 25 годах стабильного успеха. Поделитесь секретами. Ну, секрет мог бы господин Wortmann лучше сказать, но я тоже уже... Вы наверняка давно, посвящены. Давным-давно, да, в этой фирме. Вы знаете, что будущее составляет то, что вы сегодня начнете. Это лозунг в нашей фирме. И господин Wortmann говорил, что цель поставить, целеустремленно стараться, не уставать и сразу доходы, которые приходят, их не надо сразу расходовать, их надо инвестировать. И, кстати, наш шеф до сих пор так делает. Інтерв'ю з паном Аделем дивіться у наступному випуску програми «Новини технологій». До зустрічі! Спонсор програми – компанія «Лібралайн». Завжди онлайн.